Alice, where are you going? Take, but we have no money. No! Alice? Так, куда Элис делась? Alice! Вот это английский! Всем привет! Сегодня вторник, а значит пришло время учить английский по играм. Мы продолжаем проходить Detroit Become Human. Сегодня мы будем наблюдать за историей Кары и Элис. Нам нужно будет решать насущные проблемы, и параллельно мы выучим такие интересные слова, как «заброшенное здание, где никто не живет». Как сказать «спи крепко»? И еще вспомним немало слов, которые нам уже встречались. Если вам интересно, смотрите это видео до конца. November the 5th again, 10:58 p.m. Our bus is coming. Наш автобус. Ага, downtown. На нем написано downtown, то есть центр города. Ну что-то не очень похоже на центр. All right. End of the line. End of the line? Yeah, you're gonna have to leave. Oops. Okay, let's wake up, Alice. Wake up. We have to go. Okay, let's get up. Let's go, Alice. Нам тут не рады. Okay, we need to leave the bus. Let's leave the bus. Stay here or shelter? Как мы останемся в автобусе? Let's look for some shelter. Shelter – убежище, какое-то укрытие, можно сказать. Do you know if there's any other place we could spend the night? No idea. She's gonna have to leave. В будущем нету каких-то социальных заведений всяких, где можно переночевать. В общем, он сказал end of the line. То есть конечная, конец линии. End of the line. Но downtown явно не здесь, он где-то в другом месте. Окей. Okay. Ой, остановка прям как в Москве. We'll find somewhere to spend the night. В этих двух коротких репликах Кары давайте обратим внимание на фразу You're gonna be okay. Ты будешь в порядке буквально, ты собираешься быть в порядке. Вы заметите, что очень часто, по крайней мере в американском английском, для того, чтобы сказать про будущее, используют You're gonna do something. Обращайте внимание, это такая типичная штука, она очень часто встречается. We'll find somewhere to spend the night. To find a place to spend a night. Найти место, чтобы провести ночь. Ну, то есть найти место, чтобы переночевать, мы бы сказали. You're gonna be okay? We'll find somewhere to spend the night. Yeah, we will. Okay. We need to find a shelter for the night. Нам нужно с вами найти укрытие, ну, какое-то место, где мы сможем укрыться от непогоды и так далее на ночь. What do we have? We can go there. Okay, let's go there. Наша станция подзарядки, как она там называется? Temporary parking. Временная парковка. Who are you? Let's have a talk. Hello? We need a place to stay. Do you know anywhere we could spend the night? I see. Alice, stay close. Okay, let's go there, maybe. Смотрите, опять это объявление No Androids Allowed. Возможно, это тот самый бар, но, по-моему, это магазин. Это, наверное, просто такое частотное объявление. Alice, where are you? Alice, where are you going? Куда ты идешь? Дорогу переходит сама. Ты посмотри на нее. Come on, come on. Могут ее тут сбить, интересно? Надеюсь, что нет.
а у нас появился второй квест. Watch over Alice. Последите за Alice и return to Alice. Вернитесь к Alice. Ну, то есть она от нас отходит, видимо, и мы должны ее еще отслеживать ее, понимаете? Еще ее отслеживать. Ужас. Alice, come on. Так, где она там? Господи, Alice. Так, ладно, пусть она там посидит, а мы тут сейчас дела порешаем. Дела порешаем, поговорим. Окей. Okay. Oh. No? Окей. А как там? Там было же написано. Alice, let's go. Alice, you're freezing cold. I'm okay. I'm not so cold. You look lost. We have nowhere to go. I know someone who can help you. Oh. Okay. Wow. Что это такое? Синхронизация пошла. But that's on the other side of town. We need a place for tonight. Oh. Well, thank you. Какой он бесшумный товарищ. Come on, Alice. Alice, you're freezing cold. I'm okay. I'm not so cold. Заметьте, как строится фраза «мне холодно» или «тебе холодно». I am cold. You are cold. Строится через глагол to be. Соответственно, freezing от глагола to freeze, замерзать, усиливает это. То есть получается, что замерзла вообще очень сильно, совсем замерзла. We have nowhere to go. Достаточно устойчивая фраза, можно, в принципе, ее целиком и запоминать. Нам некуда идти. I have nowhere to go. We have nowhere to go. But that's on the other side of town. The other side of town. Тоже достаточно устойчивое сочетание. Другой конец города. Буквально другая сторона города, но мы бы сказали другой конец города. We need a place for tonight. Нам нужно место на сегодняшнюю ночь. В русском криво звучит, но в английском нормально. Tonight, напоминаю, это может быть как вечер, так и ночь. В зависимости от контекста. Ну, здесь, очевидно, не про ночевку, поэтому ночь. На сегодняшнюю ночь нам нужно место, где остановиться сегодня ночью, где переночевать сегодня. Alice, you're freezing cold. I'm okay, I'm not so cold. You look lost. We have nowhere to go. I know someone who can help you. But that's on the other side of town. We need a place for tonight. Come on, Alice. Okay, let's go there, I guess. 24/7. 24 часа он работает, значит, он работает. At least it's warm in there. Look, the store is still open. Maybe we should go inside. At least you'll be out of the cold. We need to find some help. Нам нужно найти помощь. And we should convince cashier to help. Мы должны убедить кассира нам помочь. Интересное слово cashier. Cash от слова, да, наличность. Соответственно, cashier – это кассир. How can we convince him? Слово convince опять нам встречается, кстати, да, после допросов Конора как раз-таки. Мы не будем сейчас фокусироваться на новостях. Давайте на основной истории, потому что эпизод может оказаться достаточно длинным. Так что поехали. Let's talk to the cashier. What do you want? I'm with a little girl, and we have nowhere to go. Could you spare some money so we can get a room for tonight? Shit. A homeless android? Ah, that's the best yet. Look, this is a convenience store. Not the Salvation Army, okay? You better go if you're not gonna buy anything. What do you want? I'm with a little girl and we have nowhere to go. Повторяет фразу Кара, we have nowhere to go. Could you spare some money so we can get a room for tonight? To spare some money – это как бы не одолжить денег, а дать лишних денег. Ну, то есть не будет у вас лишних деньжат на комнату. Shit. A homeless android? Huh. That's the best yet. Homeless – бездомный. И вот эта фраза «that's the best yet» он имеет в виду «ох, ну это пока лучшее, что я слышал». Look, this is a convenience store, not the Salvation Army, okay? Convenience store – штука, которая характерна, наверное, больше для Америки. Convenience – удобство. Store – магазин.
магазин удобный такой. Мы бы сказали магазин у дома, магазин в шаговой доступности, где все есть и сразу, но не такой большой выбор и цены, как правило, выше. То есть это не супермаркет, не какой-то огромный магазин. Небольшой магазин, как правило, где вы можете купить там и еду, и какие-то батарейки, например, и все такое, что нужно, вот товары первой необходимости, можно сказать. The Salvation Army – это армия спасения. Ну, такие какие-то благотворительные организации, да, имеется в виду. What do you want? I'm with a little girl, and we have nowhere to go. Could you spare some money so we can get a room for tonight? Shit. A homeless android? Ah, that's the best yet. Look, this is a convenience store, not the Salvation Army, okay? You better go if you're not gonna buy anything. Oh, steal from the cash register. О-хо-хо. Ну что ж, у нас на повестке дня дилемма моральная. Steal – украсть. Shoplift – to shoplift – это специальное слово для кражи в магазине. То есть это буквально красть в магазине. Вот такое интересное слово. Соответственно, тот, кто крадет в магазине, называется shoplifter. Shoplifter. Or one option is locked and find a plan. Какой-то, найти какой-то план, то есть найти какое-то другое решение. I think we should stay positive. No stealing. No stealing, guys. Давайте-ка без этих всех штучек. Okay, lemon juice. Да, там написано, по-моему. Вот лимонад. Okay. What else? Take. But we have no money! Ah, no! Food for Alice. Еда для Элис. Но у нас нет денег, поэтому... No. Let's not steal this. Мы же заказывали эти запчасти для dishwashing machine. Может быть, стоило бы как-то подключиться к этой карточке, пока был шанс. Oh, so we've got cameras here. Mm-mm. Нет, stealing — это вообще плохая идея. What's this? Some tools. Какие-то инструменты у нас здесь есть. Okay. Ну да, convenience store. В нем все можно встретить, в том числе и инструменты. Another camera. Не-не-не. Но она, видите, движется. Окей. Okay. Ладно, оставим как запасной план. Use Alice. Использовать Alice, видимо, чтобы отвлечь эту... пирамиду из наших lemon juice прокинуть. Try something else. No, let's try something else for now. Попробуем что-то еще. Должны быть варианты. Тут есть всегда варианты. Let's go to another place. Alice, where are you? Come on. Motel. Let's go to the motel then. Кстати, заметьте, как произносится слово. Hotel. Hotel. Motel. Ударение на второй слог. Hotel. Motel. Hotel. Motel. A motel. A motel. Looks like we found a place to stay. Check motel. Проверить мотель. But we have no money. Видимо, чтобы въехать в мотель, нам нужно деньги раздобыть и все такое. I don't know. Написано на двери. Come in, we're open. Входите, мы открыты. И какие-то значки, что вроде душ, по-моему, что-то еще, ванная. Так, какие у нас тут еще опции есть? Ну ладно, давайте, может, там какой-то диалог состоится. Пойдемте посмотрим. Let's enter. No androids allowed. Oh. $40 pay in advance. We have to find $40 and get rid of this uniform. Mm-hmm. Or go somewhere else. We're not going in. We have to find $40 and get rid of this uniform. Здесь классная фраза to get rid of something. Избавиться от чего-то либо от кого-то, но в данном случае избавиться от униформы. Она имеет в виду свою униформу. We're not going in. We have to find $40. And get rid of this uniform. Or go somewhere else. Ah, too bad. If we want to sleep in the motel, we need to get $40 and we need to find clothes. Нам нужно добыть $40, это во-первых, и найти одежду. Потому что андроидам нельзя туда входить. Проверяют, видимо, чисто на глазок. The last option. Время вспомнить наше слово laundry и to do laundry. Заниматься стиркой, стирать и, соответственно, видите, как называется laundromatic. Ooh, bless you, Alice. Будь здорова. Так, дело плохо. В общем, laundromatic, стиркоман какой-то, наверное. Mega washer.
75 pounds load. Вау. Мега машинка стиральная, да, можно загрузить 75 фунтов. Okay, let's go in there. Maybe we can. Still in here. You'll feel better in no time. А в магазине? What about the shop? The store? Oh. Hello there. Change of clothes. Смена одежды. Change of clothes. Заметьте, слово clothes произносится именно так. Clothes. Не clothes. 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 Как слово clothes закрывать практически. Очень близко. Лучше произносите так, чем не так. Но, я так понимаю, у нас тут только один товарищ. И мы можем у него стырить вещи, да? Потому что он спит. Program complete. Программа завершена. Dry clothes for Alice. Сухая, dry, одежда для Элис. Steal clothes. Украсть одежду. I don't know. Can we not steal anything? Мы можем вообще ничего не красть? Мы можем как-то по-человечески это все провернуть? Я что-то не очень понимаю. Давайте найдем какие-то варианты. О, статейка. Зато мы статейку нашли. Опять наш Century. Pollinating bees officially extinct. The beeline to disaster. Beeline. Что-то с пчелами у нас тут связано, видимо. Видимо, пчелы. Видите, extinct. То есть опыляющие пчелы официально вымерли. Объявлены вымершими. Тут есть у нас вторая. My husband got an android pregnant. Story inside. I want this story. Мой муж сделал андроида беременной. Беременным, кто знает. В истории внутри. Какой-то, кто помнит, спид-инфо какое-то местное просто. It's time to face the music. Live concerts. Так, про концерт. Давайте пока отложим статьи. Если нам будет хватать времени, мы в конце прочитаем. Okay, let's leave. Come on, let's go. Come on, Alice. We're not thieves. Мы же не воры какие-то. Так, какие у нас еще варианты-то есть? Вон там что-то есть, какое-то abandoned, какое-то брошенное здание. Let's go there. Ой, не знаю, не знаю, что тут написано. Ну, давайте на объявление посмотрим. Civil Engineering Department, там, по-моему, написано. То есть, департамент гражданского строительства, ну, грубо говоря. Ну, то есть, департамент, который занимается развитием города, я думаю, имеется в виду. Rebuild Southwest Detroit. Bless you, Alice, again. Построить заново юго-западный Детройт. То есть, отстроить его. Rebuild. Построить заново, отстроить, восстановить. А что-то с ним не так, да? Ну, видимо, не так. A better place to live, там, по-моему, написано. Лучшее место для жизни. Ну, то есть они его как-то ребрендинг ему проводят. Private property. Частная собственность. Trespassers will be prosecuted. Trespassers. Нарушители. Вообще, to trespass – это нарушать какую-то частную собственность, границы частной собственности. То есть, когда мы заходим на территорию, которая считается частной собственностью. Соответственно, trespasser – кто это делает? Этот нарушитель, собственно. И он, такие нарушители будут преследоваться по закону. Помните? Will be prosecuted. У нас было, по-моему, как раз-таки на табличке с андроидами. Let's look. An abandoned house. At least we'd be out of the rain. Kara, I don't like this place. I know. But it's just for one night and no one will look for us here. An abandoned house. At least we'd be out of the rain. Abandoned. Уже это слово говорила. Это заброшенный, брошенный, оставленный. Можно и про людей сказать, и про места, и достаточно широко употребляемое слово, поэтому запоминаем. To be out of the rain, быть вне дождя буквально. Но мы, конечно, бы сказали спрятаться от дождя, укрыться от дождя. Cara, I don't like this place. I know, but it's just for one night and no one will look for us here. To look for. Искать кого-то. Вот именно когда мы ищем что-то. Не путайте, пожалуйста, с look after somebody. Фразовым глаголом, который означает присматривать за кем-то. Look for. Искать. Именно когда мы что-то ищем в поиске. И, пожалуйста, не путайте его также с глаголом to find. Находить. Find – это когда мы уже описываем, что мы нашли что-то. Уже факт совершился. Мы нашли. А look for – скорее про процесс. An abandoned house. At least we'd be out of the rain. Kara, I don't like this place. I know. But it's just for one night and no one will look for us here. Mm-hmm. Good plan. Смотрите, у нас появился второй вариант. Squatting house. Squat – достаточно забавное слово. Вообще,
самое, наверное, популярное значение, которое вы встретите, это приседать на корточке. Или вот это вот to do squats, делать приседания. Но в данном случае squat имеет специфическое значение – селиться в пустующем доме. Вот так вот, представляете? Заселиться в пустующем доме, в доме, ну как бы масло масляное немного, но тем не менее. And if we want to squat in this house, we need to find wire cutter. Если мы хотим туда заселиться в этот пустующий дом, незанятый, мы должны найти металлорезы. В общем, резчики по металлу, вот эти вот, вот этот инструмент, который режет металл. И мы их там видели. Can cut fence here with a wire cutter. Да, fence, соответственно, забор. Fence. I think we should choose the house. Там везде камеры. Блин, одна проблема. Одна проблема. То есть нам все равно придется воровать, так? А какой третий вариант? Смотрите, у нас еще один вариант есть. What is this? Can we open the door? Sleeping in the abandoned car. Или поспать в брошенной машине. Но тогда мы ничего не украдем, да? Let's have a look. Ой, я даже не знаю, елки-палки. Так, ладно, давайте, наверное, сейчас мы выберем машину. А потом посмотрим еще одну концовку. Вот так мы сделаем. It looks abandoned. Let's break it. Oh. Wow. Stand back, Alice. Stand back, Alice, она сказала. Стой назад, буквально. Ну, то есть, не подходи, Элис. Потому что это опасно. Stand back. Okay. Can sleep in car now. It's dry inside, and nobody will find us here. I don't want to sleep in there. Oh, can we find a better place? Oh my god. No, let's stay here. That's enough. We're better off staying, Alice. The important thing is for us to be safe. And it's just for tonight. У Элис губа не дура, я смотрю, она такая прямо фифа. She's distant, what? И она сразу резко к нам просто такая, не подходи ко мне. И у нас там задание warm Alice up. Сделать так, чтобы она к нам потеплела снова. А, или просто согреть ее, наверное, имеется в виду. Согреть. Why didn't he ever love me? Why was he always so upset with me? All I wanted was a life like other girls. Maybe I did something wrong. Maybe I wasn't good enough. That's why he was always so angry. I just wanted us to be a family. I just wanted him to love me. Why can't we just be happy? I don't know, Alice. Me neither. You'll never leave me, right? Promise you'll never go. Oh, I promise. What other choice do I have? Promise. Okay. Will we be together forever? Forever and ever. Forever. Ох, надеюсь, у меня воспаление легких не схватит в итоге такого решения. It's dry inside, and nobody will find us here. Ключевое слово здесь dry, сухой. We're better off staying, Alice. To be better off doing something. Лучше что-то сделать. То есть будет лучше, если мы останемся, Элис. Why was he always so upset with me? Upset – вообще расстроенный, но to be upset with someone означает злиться на кого-то. Сильно расстроенным, можно сказать. Чаще всего злиться. To be upset with. You'll never leave me, right? Promise you'll never go. I promise. Promise – обещать, давать обещание.
Здесь, в принципе, в остальном диалог достаточно несложный. It's dry inside, and nobody will find us here. I don't want to sleep in there. Can't we find a better place? We're better off staying, Alice. The important thing is for us to be safe. And it's just for tonight. Why didn't he ever love me? Why was he always so upset with me? All I wanted was a life like other girls. Maybe I did something wrong. Maybe I wasn't good enough. That's why he was always so angry. I just wanted us to be a family. I just wanted him to love me. Why couldn't we just be happy? I don't know, Alice. You'll never leave me, right? Promise you'll never go. I promise. Will we be together forever? Forever. Okay, let's have a look at the flowchart. Alice is neutral. Элис к нам похолодела в этот раз. Ну ладно, мы, может быть, это еще восстановим. Fugitives. Беглецы. Fugitive – это такой беглец, часто связано с какими-то преступниками, которые бегут от полиции, от органов правоохранительных и так далее. Last stop – последняя остановка. Leave the bus – мы покинуть автобус, что мы и сделали. Find shelter for the night – подветка. Talk to parked android – поговорить с паркованным андроидом. Ну, поговорить – это громко сказано. Enter laundromat – зайти в... Ландромат, ну то есть в этот автомат для стирки, в стиркомат, скажем так. Check motel, проверить мотель. Check parking lot, проверить парковку. Parking lot, парковка. Talk to android trash collector, поговорить с андроидом-собирателем мусора. Ну, мусорщиком, да, потому что trash – это мусор, а to collect – собирать. Enter the supermarket, войти в супермаркет. Кстати, заметьте, мы говорим enter – someplace. Войти в русском, а в английском без предлога. Inside laundromat. Внутри ландромата. Стиркомата нашего. Inspect dryer. Проинспектировать, осмотреть. Другими словами, сушилку. Dry. Сухой. Dryer. Сушилка. Машинка есть стиральная, а есть сушильная машинка. Вот это, собственно, она. Read beeline to disaster. Read face the music. И прочитать наши две статейки. Inside the supermarket. Внутри супермаркета. Talk to the clerk. Поговорить с клерком. Но, замечу вам, clerk в данном случае это не тот офисный работник, как мы привыкли воспринимать его. Это именно работник магазина. Часто так называют. Notice cash register. Заметить, приметить кассу. Cash register, касса. Notice can stack. Приметить. Stack это стопка или куча. Ну, в нашем случае это пирамида, пирамида банок. Can, банка. Leave chocolate bar. Оставить шоколадный батончик. Okay, and inside the parking lot. Break into car. Вломиться в машину, потому что мы вламывались. And stay. И остаться там. Get in the car. Залезть в машину. Talk to Alice. Поговорить с Alice. Make promise. Пообещать. To make a promise. Фраза, которая означает обещать. Сделать обещание буквально. Kara sleeps next to Alice. Кара спит рядом с Элис. И Alice and Kara stayed in the abandoned car. Элис и Кара остались в брошенной, покинутой машине. Еще раз слово abandoned повторим. Брошенный, покинутый, ничейный. Ну что, давайте попробуем еще одну концовку. Все-таки раздобудем мы эти wire cutters. Посмотрим как. Давайте немножко похулиганим. Another camera. Ну и как? Нас все равно не захватывает, захватывает. Tool for squat fence. Инструмент для нашего забора к нашему убежищу. This one, yeah? Let's take. Are you ready? Let's steal it. Oh my gosh. И мы не запищим на выходе? Па-па-па-па-пам. Let's go, Alice. No. Alice, come on. Well, that was easy. Так, ладно, Элис мы не использовали в наших корыстных целях. Просто тихо стыбрили. Да, только засветились на камерах. Ну, конечно, это не очень хорошо. But... Now we can cut the fence. Come on, let's cut it. Oh. Are you all right? Yes, it's just a scratch. Be careful.
It's just a scratch, она сказала. Это просто царапина. Don't worry, we're just having a look. Don't worry, we're just having a look. Не беспокойся, мы просто осматриваемся. To have a look. Okay, now we need to find a way in. Надо найти путь внутрь. Okay. A way in. Of course it's locked. Конечно, закрыто. Alice? Так, куда Элис делась? Alice! Ёлки-палки. Alice! На чихи идем. Идем на чихи. Take Alice. Oh. Wait, what are you doing? Visitors. Ralph doesn't like visitors. They're nasty. They may hurt Ralph. Innocent. Мы невиновны. I don't know what the humans did to you, but she had nothing to do with it. All humans want to hurt us. But Ralph won't let them hurt him again. No, he won't let them. Little girl? Android. Look, I'm an android too. You have nothing to be afraid of. All we want is a place to spend the night. Visitors are dangerous. No. Look. What they did to Ralph. Oh. Reassure. You have nothing to worry about. We're not going to do you any harm. You have my word. You must excuse Ralph. Ralph still finds it difficult to control himself. Sometimes his fear makes him do things he regrets. Ralph has seen some hard times. Mm-hmm. He's just so scared the humans will get him again. You can stay if you want. Ralph won't hurt you. Let's stay. Что мы тут резали все это? Let's stay. Okay. We'll just stay the night. Ножичек. This way. Okay. Ralph has lived here since he ran away. Ralph never goes outside, so no one knows he lives here. He would come in the squad from time to time, but, you know, Ralph just hides till he leaves. Okay. I hope you hide and not kill them. Надеюсь, что он просто прячется. Come on. Не убивай никого. You can make yourself at home here. Ralph is going to go into the other room. He would like to stay with you. But he has things to do. Yeah, go. We'll be okay. It's just for one night, Alice. We'll find a better place tomorrow. It is for sure. Right. Let's see where you can sleep. Sit down and I'll start a fire. Visitors. Ralph doesn't like visitors. Visitors – это могут быть посетители или гости. Здесь, очевидно, он про тех людей, которые приходят в эту его обитель, в эту abandoned house. They're nasty. They may hurt Ralph. Nasty – такой скверный, плохой, злобный, нехороший, может быть, в разных контекстах. They may hurt Ralph to hurt somebody. В этом диалоге нам будет очень часто встречаться навредить кому-то, нанести какой-то вред, как физический, так и моральный, может быть. И мы видим, all humans want to hurt us, but Ralph won't let them hurt him again. Тоже через слово hurt. All we want is a place to spend the night. Опять наше выражение to spend the night встречается нам. И смотрите, как интересно строятся фразы. You have nothing to be afraid of, you have nothing to worry about. Давайте запоминать их как целые фразы. We're not going to do any harm. To do harm – нанести вред, нанести какой-то урон. You have my word. You have my word, классное выражение, запоминаем, даю тебе свое слово буквально, да? Ты имеешь мое слово, даю слово. Ralph has seen some hard times. Hard times, здесь тяжелые времена, ну то есть он прошел через тяжелые времена. Вот что такое получается. You can stay if you want, Ralph won't hurt you. Опять наше hurt встречается нам. Okay, we'll just stay the night. И снова выражение to stay the night. Humans come in to squat from time to time, but you know... Ralph just hides till they leave. Наше слово to squat
люди приходят, чтобы тут заселиться в это пустующее здание, как бы незаконно, но он прячется, to hide, прятаться, как раз-таки тот глагол, который у нас был с нашим девиантом. Till — это until, до тех пор, пока. И, конечно же, слово leave тоже одно из ключевых в этой серии, да, пока не уходят, не покидают это место. Классное выражение. You can make yourself at home here. Чувствуете себя как дома. He would like to stay with you, but he has things to do. He has things to do. У него есть вещи, чтобы сделать, дословно, но имеется в виду, что ему надо кое-что сделать. Можете запоминать как выражение I have some things to do, sorry. Там, мне нужно кое-что сделать, извини, не могу с тобой поболтать, например. Right, let's see where you can sleep. Sit down and I'll start a fire. To start a fire, нам еще встретиться чуть позже, развести огонь или костер. Такое устойчивое сочетание именно с глаголом to start a fire. Wait, what are you doing? Visitors. Ralph doesn't like visitors. They're nasty. They may hurt Ralph. I don't know what the humans did to you, but she had nothing to do with it. All humans want to hurt us. But Ralph won't let them hurt him again. No, he won't let them. Look, I'm an android too. We have nothing to be afraid of. All we want is a place to spend the night. Visitors are dangerous. Look. They did to Ralph. You have nothing to worry about. We're not going to do you any harm. You have my word. You must excuse Ralph. Ralph still finds it difficult to control himself. Sometimes his fear makes him do things he regrets. Ralph has seen some hard times. He's just so scared the humans will get him again. You can stay if you want. Ralph won't hurt you. Okay. We'll just stay the night. Come on! Ralph has lived here since he ran away. Ralph never goes outside, so no one knows he lives here. Humans come in to squat from time to time, but, you know, Ralph just hides till he leaves. Come on. You can make yourself at home here. Ralph is gonna go into the other room. He would like to stay with you, but he has things to do. It's just for one night, Alice. We'll find a better place tomorrow. Right. Let's see where you can sleep. Sit down and I'll start a fire. Там было написано make bed for Alice and to start a fire. Okay. What? Let's take some papers. What? Okay, we need to start the fire. Find matches. Найти спички. Match. Спичка. And we need to collect wood. И мы должны собрать дерево, древесину. We already found the paper. И мы уже нашли бумагу. Ох, что-то, нет, конечно, все не очень выглядит. Oh. Ah, it's for the bed. Mm. Okay. Make bed for Alice. Второй квест. Сделать кровать. Помните, у нас было застилать кровать. To make the bed. А здесь, ну, тоже постелить кровать, по большому счету. Они похожи по смыслу. Постелить кровать для Элис. Сделать ее. Ну, здесь, может быть, в прямом смысле сделать, потому что ее нет. We found the blanket. Мы нашли покрывало, либо одеяло. Оба этих слова могут быть blanket. And we need to place the bed near the fireplace. Мы должны расположить, to place, кровать рядом с камином. Fireplace, место для огня, буквально, но это камин. So this is the fireplace, right? So let's set up the bed. Давайте расположим кровать здесь. Кровать, это, конечно, громко сказано, но ладно. But we're still missing the matches and the wood. So let's go find them. Oh, wow. What are you doing, Ralph? Что он там делает? О, Рая! Он пишет про Раю опять. Рая, Рая. Так, давайте-ка не будем ему мешать. Мы так чисто зашли, чисто просто посмотрели. До свидания, мы никому не мешаем. Что здесь написано? I'm alive. Я живой. Помните то же самое, что писал наш Deviant? Я, честно говоря, сначала подумала, что он в туалет ходит. Drop. А, нагнуться. А, бросить, бросить. Имеется в виду бросить бумажку, да? Mm-hmm. Okay. Ooh, what is this? Matches. Hooray. I see something. Here is the wood. Ну, мы вообще на все руки мастер. Костер разведем.
Кровать сделаем. Что-то подсказывает мне, что эти доски должны плохо гореть. Okay, let's start the fire. Заметьте, как мы говорим. Start the fire. Развести огонь, начать огонь. I did what I could. It's not much, but at least you'll be warm. То есть она даже ей этот не нашла. Матрасик. Ну ладно. Let's talk to Alice. Why didn't he ever love me? О, тот же диалог. Why was he always so upset with me? All I wanted was a life like other girls. Maybe I did something wrong. Maybe I wasn't good enough. That's why he was always so angry. I just wanted us to be a family. I just wanted him to love me. Why can't we just be happy? I don't know, Alice. You'll never leave me, right? Promise you'll never go. Promise. I promise. Will we be together forever? Forever. Forever. Aww, so sweet. Но в этот раз она не разозлилась на нас. She's warm. Во всех смыслах этого слова. Но что-то здесь как, конечно... Kiss her. Sleep tight, Alice. Sleep tight, Alice. Спи крепко, спи спокойно, можно сказать. Да, такая устойчивая фраза. Sleep tight, Alice. So we can lie with Alice. Мы можем лечь с Alice вместе. Or leave her space. Или оставить ей какое-то пространство, место. No, let's lie with her. She will be better with us than without us. Oh, so sweet. Но здесь намного милее сцена. Oh, trusted. Wow. То есть она нам доверяет теперь. Ну, круто, слушайте. Ну что, у нас по сути то же самое здесь в flowchart. Давайте буквально посмотрим на пару вещей, которые отличаются. So, instead of leave the wire cutters, вместо того, чтобы оставить их, we steal the wire cutters. Мы крадем эти металлорезы. So we take the wire cutters. Берем наши эти резчики по металлу. We cut the street fence. Мы разрезаем этот забор уличный. Ну, в общем, который отгораживает здание от улицы, имеется в виду. And we inside the squad. И мы внутри этого покинутого здания. Да, как существительное тоже используется. То есть не только to squad, но и squad как покинутое здание. Abandoned building. So we meet Ralph. Мы встречаем Ральфа. We convince him. Мы его убеждаем. We follow Ralph. Идем за ним. Следуем за Ральфом. We start a fire. We make a bed. Разводим огонь. Делаем кровать. Ну, то есть застилаем. Ну, застилаем, это очень громко сказано. Делаем что-то наподобие кровати Элис. And we talk to Alice. И говорим с Элис. То же самое мы тут делаем. Make a promise. Kara sleeps next to Alice. Кара спит рядом с Элис. Alice and Kara stayed in the squad. Элис и Кара остались в нашем брошенном здании. Ну что, вот такой вариант второй концовки. Я очень жду ваши голоса в комментариях. По поводу голосов за Маркуса в следующей серии мы уже увидим, наконец-то, за что проголосовало большинство. Я выберу ту концовку, за которую вы голосовали в комментариях. I made you a promise, so I will keep it. Ну а сейчас давайте посмотрим на слова и выражения, которые мы видели в этой серии. Итак, наша глава называлась Fugitives. Fugitive – беглец, беженец. Одним из ключевых слов было слово shelter – укрытие, убежище. И, собственно, его нам нужно было найти, чтобы to spend the night, чтобы переночевать. Так как Элис у нас мерзла, мы вспомнили выражение to be cold. Замерзать, мерзнуть через глагол to be формируется в английском. И слово dry тоже было одним из ключевых, чтобы она могла надеть сухую одежду и высохнуть вообще.
dry, сухой. Одна из веток у нас вертелась вокруг convenience store, магазина шаговой доступности, где нам нужно было украсть, to steal, или конкретно to shoplift, украсть из магазина, специальный глагол для этого, и выступить в роли shoplifter, то есть тот, кто крадет в магазине, специальный инструмент, wire cutter. Я там много раз говорила, что это резчики по металлу, на самом деле это кусачки, ножницы для проволоки, ну вот что-то такое, чтобы пробраться в наш abandoned building, заброшенное покинутое здание. А еще, кстати, у нас была an abandoned car, покинутая брошенная машина. И интересный был глагол, связанный с этим заброшенным зданием, to squat. Вообще это приседать или садиться на корточки, но специфическое значение у него есть жить в пустующем здании без согласия владельца, то есть вот так вот самовольно занимать брошенное здание. Соответственно, нашими кусачками мы должны были перекусить fence, забор, ограждение. Когда мы оказались в здании, нам было необходимо to start a fire, развести огонь, костер, и для этого нам нужны были спички, match, спичка, wood, дерево, древесина, и все это мы делали fireplace, в камине. Нам также нужно было сделать кровать, постелить кровать для Элис, to make the bed. Мы нашли blanket, одеяло. Ну и, конечно, мы там обещали Элис, что мы никогда ее не покинем, to promise, обещать, либо выражение красивое, to make a promise, пообещать, дать обещание. И также было много интересных фраз, давайте выделим такие. You have nothing to be afraid of, тебе нечего бояться. You have nothing to worry about, тебе не о чем беспокоиться. You can make yourself at home. Часто эту фразу сокращают до make yourself at home. Можешь чувствовать себя как дома. И I have things to do. У меня дела. Мне нужно идти и делать дела, подразумевается. Ну что, в общем, пишите в комментариях, что думаете. Ту концовку, которую вы выберете, мы и оставим. А на сегодня все. Спасибо большое за просмотр. С вами была Ольга. Встретимся в следующий вторник. Bye-bye, guys.